Так. Коляска, короче, котов устроила. Люция главная звезда. Кто там орёт, ты не знаешь? Сейчас пошли. О, а тут что ты даешь? А куда вы все прилетели? Нет, ты Саша сюда, и они все сюда. Тиффани надо откормить, а то она похудела. Но зато у нас и день толстый. У нас всегда что-то компенсируется. Так мне кажется, это не Тиффани кушает. Ну вот, я не буду прогонять. Нет? Так, Чарли, не мешай. Чарли, отойди. Чарли, ты снимался сегодня, иди. Да, Чарли, иди туда покупай. Уже схватил руку. Полную лапу набрал. Полную лапу. Кристина уже, конечно, тут. Ну, у нас же Тиффани любит орешки. Сижу, да я мало взял. Ладно, сиди. Ну, принеси им еще орешки. Чарли, идем. Идем. Тиффани, папа тебе орешки принес, а Чарли забрал, да? Сейчас папа еще. Принесешь же еще орешки? Ну, да, все. Даже не пришлось закапывать. Флэш, ты спишь? Зря. А там коты на коляске играются. Да? Что? Ой, этот первый бежит, первый. На, Тинь. Куда ты полный рот напихал? Кристина. А, это Кристина, думала, я их уже путаю. Виноваты прилетели. Все прилетели. Они все прилетели. Все. Все. О, все слетают потихоньку. Тинь, тебе не досталось? Ну, давай. Если она лежит. Потому что еле не встать. Если бы она встала, то ей бы хватило. Все, пошли. Пойдем, Мёдхен, не будем мешать ей. Ну, как вы можете ей не мешать, если у нее все съели? Конечно, вы не мешаете ей. Тиффани, тебе не мешало, да? Все съел. Вкусно был орешек? А то он, вечно залазит попугайскую клетку и ворует орешки. Папа иногда ей дает отдельно. Попугайские орешки, да? Потому что лисички тоже любят орешки. Ой, Тима, маленькая. Теперь я тебе за это красиво поглажу. Поглажу, девочка. Ну, Тимосик мой. Какой пестлявый носик. Ой, Тимосик мой. Что ты принес уже? Папа там дает яблоко. Так, Мёдхен, пойдем. Мёдхен. Мёдхен, а ты там папа яблоки несет для попугая. Ты зря тут тусуешься. Мёдхен. Мёдхен. Вкусно было раньше? Теперь дойдем. Ладно, пойдем посмотрим. Что там у нас? Что там у нас за раздача? Пока я ушла, а ты все с коляски убежали. Саша. Или яблоко хочешь? Не, Виля, это не то немножко. Нормально. Такой спал там под это. А кто уронил яблоко? Я не знаю. Кто уронил яблоко? Чарли. Такой у нас знаете, называется, это не еда, это был такой перекус. И даже Флэш проснулся, спал без остановки. Кристина, а ты? Иди сюда, она, Кристина. Орехом наелась. И Фенечка, так хорошо спал там. Под деревом. Перегрелся там, наверное. Там тепло очень. Там получается пол с подогревом. Плюс это. Плюс плоская крышка дерева. И получается там парилка, да? Меня сегодня спрашивали. Филя, что ты за кот? Я сказала, что ты, наверное, мейн-кун или дворянские породы.
мне сказали, что ты сибиряк, но вообще никто не знает, что ты за кот. А кто-то мне когда-то сказал, что этого кота, что у них таких котов, это Финляндии сказали, с Финляндии, да, что у них таких котов, такой кот стоит 800 евро. Так что мне под забор подбросили 800 евро. Прям под забор. Сказали, бери, не хочу, только расчешите его и это, выкупайте, обработайте и все. Я так и сделала. Собаки, я благодарю. Это вы холодные собаки. Сегодня курицу давала, ужас. Вареную. Уже мне надоело сырое мясо. Маленькая филечка. Ты думаешь, я тебе курочку вот за раз съели. Надо опять варить. Как и надоело варить сырое мясо, оказывается. Уже сырое мясо ставлю так себе, а курочка пошла прям пошла. Нет, все хорошо, но вы не поверите. Вот есть кот. С утра. Не, ну курицу он еще ел, правда? А потом как лег вот так. Да, он так и с утра. Вот это я днем снимала, утром сняла там какой-то видео. И он вот так. На погоду, дождь у нас идет. А, и он даже не шевельнулся. Не чуть-чуть шевелился, но очень медленно шевелился. Он просто немножко менял бок. Да, Лунтик? Шломи! Бежи. Да. Что, Филя, ты думаешь, что тут прямо пир горой, а тут яблоки? Которые... посмотрите на Люцию. Люция настолько любит кушать, что ей все равно, что. Конечно, она косточки больше любит, но яблоко ей тоже пошло. Сейчас прячет. Люция, ну не прячь, никуда ты, Люция. Да никто у тебя это яблоко не... Пошла в будку, спрятала. Куда ты? Пошла в клетку, спрятала. Фух, а там я вижу Митю. А, с яблоком пошла. Да, пошла с яблоком. Яблоко кушает. Как тебе говорит, что надо доедать яблоко, чтобы разбрасывали. Что ты на меня смотришь? У меня нет ни яблока, ничего. А этот лазит с собаками, нет? Люция уже пришла. Ты спрятала яблоко, Люция, или съела? Она у Тифа не научилась. Ее тень тебе. Катя. Катя, иди сюда. Сейчас чайник летит. Катя. Кругом. Но Тиффани зато непревзойденная. Как спала? Тиффани. Не мешай. Спасибо за орешки, она сказала. Вот такая у нас была красота. Котятка, сейчас заберу коляску. Я им поставила коляску, они игрались. Им надоела коляска? Я смотрю, Мики идет, Саша. Вдалеке вижу Мики. А, еще один. Смотри, говорю, далеко вижу Мики, он сразу раз и исчез. Это такой у нас собака, который исчезает. Да. Наоми! Я никого не вижу, зато я слышу голоса. Посмотри на эту голодную морду. Хочет яблоко. Джесси, неужели ты хочешь яблоко? Или ты просто пристаешь ко всем? Вот так. Филя, иди, я пожалею. Иди сюда, Филя. Филечка, иди ко мне. Филя, иди сюда. Филя, иди сюда. Не обращай внимания, не пропугаю. Филя.
Я бы не брал что-нибудь, но меня заберут. Заберут, да. Да. Вот такой у меня красивый котик. Пошел бы с Лунтиком, полежал бы, потому что Лунтик целый день лежит один. Слезь с моего стола, быстро. Терри, пожалел бы. Ждут меня? Я снимаю, не то.